Всем привет! Сегодня буду готовить лавашики и вам покажу, может кто-то не готовил. У меня здесь два вида сыра, адыгейский и моцарелла. Добавила укроп свежий и надо выдавить чеснок. И хорошо перемешать с майонезом. Сейчас выдавим чесночка, чтобы было вкусненько. Ну, я так думаю, что это я многовато начистила. Ну, вообще, хуже не будет. Вот такая остренькая закусочка сырная. Так. И все хорошо заправляем майонезиком. Добавляем майонез. И все хорошо надо перемешать. Теперь разворачиваем лавашик и нарезаем его на вот такие вот полосочки. Теперь берем майонезик. Да, майонезик. С майонезиком все вкусно. Так. Ложечкой размазываем. Тогда лавашик будет очень нежный, очень сочный, вкусный. Так. Выкладываем сюда нашу начинку. Видно вам? Так, камеру поставила. Так. Выкладываем начиночку. Там многовато я взяла. Надо меньше. Вот так. Распределили. И теперь заворачиваем треугольничками. Сейчас будем. Так, конвертиками заворачивайте. Все. Вот такой у вас треугольничек получается. Можно обжаривать на сухой сковородке, не на большом огне, с двух сторон. Можно на мангале, на решетке. Получается очень вкусно. Теперь выкладываем на сухую сковородочку и обжариваем с двух сторон. Только, ну, чтобы температура не сильно, чтобы у вас не сгорела. Чтобы и лавашик поджарился, и внутри сыр успел расплавиться. Так, попереворачивала. Смотрите, какие красивенькие получились. Ну, можно чуть-чуть и добавлять подсолнечного масла. Ну, по желанию. Ну, я сегодня не добавляю, просто так, на сухой сковородочке. Так, сейчас хочу вам показать. Ой, так хотела быстро показать. Смотрите. Видно вам? Да, аккуратно. Сделали гнездышко. Получилось у них. Строят на другой веточке. В общем, они тут на одной ветке строили, не получилось. Потом вверху там кублились, что-то не получилось. А это вот прям тоже возле нас, рядышком. Гнездышко, но улетели где-то, их нету. Голубки строят. Тут вообще за ними ну, видно хорошо их будет. Ну, строят. Что-то похоже на гнездо. Уже похоже. Ладно, пусть птички строят. Лишь бы мир был на земле. Так, пойдемте готовить с вами. Ой, какая муха страшная прилетела. Ну, может и не страшная, может и красивая. Камера не фокусирует ее так. Гляньте на нее.
какая. Глаза вылупила. Ой, Камилка сейчас бы смотрела. Лапочки какие у нее. Вот так, вот так. Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Огромнейшая сидит. Цокотуха. Ладно, сиди. Мы пошли готовить с вами. Знаете, что будем готовить? Сейчас увидите. Ой, как вы думаете, что я готовлю? У меня здесь фарш. Тут обжариваю лук. Я не захотела вместе обжаривать. Хочу лук отдельно обжарить, а потом соединить и добавить к фаршу. Сегодня общалась с Анюткой с утра. Ну, как с утра, вот так. И она говорит... А, Камилу она кормила. Я говорю, чем ты кормишь? Она говорит, макароны по-флотски. Я как захотела макарон. Ну, я же всегда отвариваю мясо, перекручиваю. Это такой долгий, длительный процесс. Аня говорит, нет, у них, ну, Костя больше любит взять с вот такого вот фарша, фарш обжарить, все. Вот это я, нам только дали свет, света не было. Я говорю, и когда его уже дадут свет, так хочу приготовить. Достала фарш, он немножко размерзся, но еще не весь вот кусок. Сейчас, девочки, быстро приготовлю по-флотски. Прям хочу, не могу. Вот бывает у вас такое? В общем, сейчас я его обжарю. И лучок обжарится, потом добавлю к фаршу. Добавила немножко водички. И так хорошо-хорошо его подробила, чтобы он был такой вот меленький. Посолила, поперчила. Сейчас водичка выпарится. Лучок добавим. Видите? Будет у меня новое блюдо, макароны по-флотски. Ну, многие так готовят с фарша. Ну, зять у меня любит именно такой вариант. Но это по-быстрому. Раз, два, и не заморачиваешься. Это стою и думаю. Может, сюда пасты добавить. Томатные. Или помидоры порезать. Или сделать, как обычно. Просто. Лук можно было бы здесь обжаривать, девочки. Но когда он отдельно обжарился, он совсем вкус другой. Так, макарошки отварила. Пока горячая тут кастрюлька. Масло сливочное. Растопила. Макароны промыла. Сейчас будем обедать. Обедать, наконец-то. Полная кастрюлька получилась. Класс. Всем привет поближе. Позавчера вечером София меня накрутила. Вчера была такая кучерявая. Ну, уже от кучеряшки ничего не осталось. Все уже распалось. Так. Вчера Харьков. Досталось Харькову вчера. Днем прилет был. Как раз в том месте, где мы всегда ходим. Прям много раз. Ужас. Бедный Харьков. В общем, держитесь. Люди погибли. Ужасно. Среди белого дня. София говорит, мама, мы тут все время ходили. Я говорю, да, ходили. Ходили. Ужасно. Так что не знаешь. И днем может прилететь, и ночью прилететь. Вообще. Так. Ладно, будем мы обедать. Вчера лаваши получились очень вкусные. Мы еще в гостях были, то я дома утром приготовила, пожарила. Ну, вы видели в начале видео. Вот. И очень всем понравились. Кто пробовал, сказали, очень вкусные такие. Прям. Я говорю, побольше майонеза, тогда они будут добре. Вот. Так что, кто не готовил, готовьте, ребят. Ладно, все тогда. С вами на сегодня прощаюсь. Берегите себя все. Все, всем мира и добра.